Здравствуйте. Поверьте, накипело. Новый год – один, наверное, из самых любимых праздников жителей нашей страны. Для меня и моих близких, по крайней мере, точно. Новогодняя атмосфера самая, на мой взгляд, особенная. Всегда находишься в ожидании какого-то чуда. Может, просто человек так устроен? Мы всегда ждем чего-то нового от наступающего года и верим в то, что все ненасти останутся в уходящем году. В общем, находясь на данном рубеже, мы всегда ожидаем чудес. А еще мы стараемся сделать все, чтобы ничто не омрачало наш праздник. Все эмоции и поступки должны быть настроены исключительно на позитив. Самая главная особенность новогодних праздников – это то, что мы начинаем готовиться к ним задолго до наступления таковых. И самый, пожалуй, главный атрибут Нового года – это елка. Скажем так, Новый год без наряженной елки – не Новый год. Но во всем должно быть чувство меры. К чему это я? А к тому, не стоит переусердствовать, а то может получиться, например, как в Торбеевском районе. О скандальной ситуации рассказали пользователи социальных сетей. По заверению местных жителей, Торбеевская администрация так постаралась в преддверии новогодних праздников, что ее действий никто не понял. Вот, желая подарить праздничное настроение одним, испортил это самое настроение другим. Казалось бы, хотели как лучше, а получилось как всегда. Теперь подробность. Местная администрация установила большую елку в самом центре поселка Торбеев. Казалось бы, молодцы, но вот только есть, как всегда, одно «но». Они не стали напрягаться и задумываться, где бы взять эту самую елку, а присмотрели и спилили ее в соседнем поселке. На первый взгляд, ничего особенного. Только вот 40-летняя ель росла в самом центре поселка Центральный. И была чуть ли не его главной достопримечательностью. Жители поселка Центральный, естественно, были огорчены таким поступком администрации. И, казалось бы, почти на пустом месте разразился целый скандал в преддверии Нового года. Получается, что одним решили подарить праздничное настроение, начисто испортив его другим. И дело даже не в елке или настроении, а в самом отношении. Жители поселка Центральный возмущены подобным отношением к ним со стороны администрации. Поселок с населением почти 400 человек. Приехали и спилили главный символ Нового года. Что получается? Что в центре Торбеева данный атрибут праздника нужнее. А вы перетопчетесь. Вам и так сойдет. Нестандартный, что называется, подходит. И это не единственный случай и пример. Похожая ситуация в Большеигнатовском районе. Вот люди не просто возмущены, они негодуют. И я их прекрасно понимаю. А как иначе, если администрации просто наплевать на мнение местных жителей? У них есть задача, они ее выполнили. Они так решили, и все. Какое уж тут новогоднее настроение. Не могу не задать вопрос. Неужели не было другого выхода? Неужели в Торбеевском и Большеигнатовском районах было всего по одной елке на всей территории? Ну, если так, тогда уж озаботьтесь посадить в наступающем году несколько елей. А то как же следующий Новый год? В соседних районах рубить будете? Или, может, в аренду возьмете? Честно говоря, просто нет слов. Еще раз к началу действий. Был ли другой выход? Выход, как говорится, есть всегда. Просто так бывает, что самый простой выход не всегда самый верный. И давайте на будущее не будем портить друг другу настроение хотя бы раз в году. Пользуясь случаем, и я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. А почему не прошел мимо? Потому что накипело.